Декантер от Паша Бахче, произведенный из натрия кальция силикатного стекла, объем 1260 мл, стоимость 199 рублей. Этот декантер продается с черной крышкой, называется «Вилаж». Крышка выполнена из силикона, очень легко снимается и надевается на декантер. Он отлично подойдет для прохладительных напитков, а также для подачи вина. Выполнен он в виде графина и способствует насыщению вина кислородом, а также положительно влияет на вкус и аромат налитых в него напитков. Шейкер Ato Kitchen, объем 700 мл, состав полипропилен и полиэтилен, производитель Китай. Стоимость такого шейкера 199 рублей. Это отличное решение для спортсменов, которое позволит быстро приготовить необходимый коктейль из готовой смеси и сразу же его употребить. Крышка, которая имеет силиконовое уплотнительное кольцо, не даст содержимому пролиться, а специальный шарик поможет эту смесь вам тщательно перемешать. Продается в различных цветах, имеет ручку для переноски. Ковш Ato Kitchen, который можно использовать для подогрева блюд, варки яиц и приготовления соусов. Он идеально сочетается с другими товарами из коллекции «Стальной стиль», подходит для использования на электрической, газовой и индукционной плитах, имеет размер 18,5 на 9 см и объем 1,8 литра. Произведен он в Китае, состав «Нержавеющая сталь». Стоит такой ковш 299 рублей, и издалека он кажется вполне себе нормальным ковшом, все блестит, все начищено, но при ближайшем рассмотрении вылазят огрехи, довольно острые края, неразвальцованные крепления. Все это очень портит ковш. Салатник Ato Kitchen, объем 1 литр, состав фаянс. Представлен в разных расцветках, отлично подойдет для подачи и горячих, и холодных блюд. Он имеет довольно удобную форму, толстые стенки, по внешнему краю украшен горизонтальными объемными полосками. Тарелка Ato Kitchen размером 26,5 на 22,5 см. Произведена она в Китае, состав опаловое стекло. У тарелки на внешнем крае с обратной стороны есть активное рифление. Сама тарелка овальной формы, как вы уже поняли, и она отлично подойдет для подачи вторых блюд с гарниром или салатов. Тарелка Ato Kitchen размером 21,5 на 18 см. Производитель Китай, состав опаловое стекло. Эта тарелка интересна не только своей овальной формой. Она довольно плоская и имеет активное рифление по внешнему краю с обратной стороны. Она отлично подойдет для десертов или вторых блюд. Новые кружки Ato Kitchen с очень стильным лаконичным дизайном. Выполнены в пастельных цветах, подходят для горячих и холодных напитков. Объем этих кружек 480 мл, состав фарфор, производитель Китай, а стоимость 99 рублей. Единственное, что меня убило в этих кружках, это то, что они такие все грязные, что я еле нашла чистую кружку, чтобы вам ее показать. Вы сами все видите, я думаю, лишние слова никому не нужны. Кружки довольно увесистые, у них удобная ручка, толстые стенки, они долго будут сохранять температуру напитка. Но еще раз повторяю, найти чистую кружку – это просто проблема. Бокалы для вина с мегапозитивными надписями и высокой ножкой под названием «Эдем» объемом 650 мл. Производитель Россия. Сделаны они из бесцветного натрия кальция силикатного стекла. Наверное, действительно в целях релаксации и поднятия настроения можно иметь такой бокал дома и не обязательно из него пить только вино. Можно пить и фанту, и кока-колу, и спрайт. А можно подарить такой бокал любимой подруге, тем более впереди 8 марта. Тарелка Ato Kitchen диаметром 18 см отлично подойдет для повседневной и праздничной сервировки стола. Она украшена нежным цветочным принтом и черной полосой по краю. Состав фаянс, производитель Китай, стоимость этой тарелки 79 рублей. Кстати, если вы будете брать эти тарелки, возьмите себе на заметку, что в этой серии у FixPrice будет еще несколько видов тарелок и пиал. Тарелка от Luminarc, диаметр 24 см, состав стекло упрочненное с декором. Декор – это яркий цветочный принт по краю тарелки.
Выполнен он в красно-синих тонах, смотрится невероятно красиво и сочно. Кстати, совсем недавно с таким же принтом я вам показывала товары в Пятерочке. Там были стаканы, фужеры, тарелки. И в Fix Price тоже есть пиалочки. Посмотрите, как они смотрятся вместе. Разве не замечательно? Поднимут, мне кажется, настроение в любой день. Джим Мицату Kitchen диаметром 7,5 см. Производитель Китай, состав стекло. Очень красиво она смотрится, эта джимница. Я покупала в прошлом году такую. Кстати, они не подорожали, так и стоят 55 рублей. Я ее использую для масок для лица. Снова появились в продаже термобокалы Atu Kitchen объемом 300 мл с наполнителем из блесток. В этот раз блестки крупные, яркие. Произведены эти бокалы в Китае. Состав боросиликатное стекло и полиэтилен терефталат. Раньше эти бокалы стоили по 199 рублей. Сколько они сейчас стоят, неизвестно. Это фикс прайс, ценники не пишутся. Догадайтесь сами или узнайте на кассе. Продаются они в различных расцветках. В нашем магазине есть зеленые, синие и оранжевые. Обращаю ваше внимание, что на некоторых бокалах встречается брак, как, например, вот на этом. Капля клея внутри бокала, видите, и к ней прилипли блестки. Этого быть не должно. Так что, если вам понравятся эти бокалы, включайте свое внимание на максимум, как, впрочем, и при любой покупке в Fix Price, и смотрите, чтобы не купить брак. Корзина для белья. Объемом 30 литров, размером 377 на 261 на 492 мм. Сделаны эти корзины из полипропилена, у них очень симпатичный дизайн, но весьма хлипкое качество. Одна корзина лопнула уже в магазине, поэтому я бы вам советовала подумать, прежде чем брать ее, или если вы ее будете брать, обращаться с ней нужно крайне аккуратно. Вы сами видите, как гуляют стенки, при том, что корзина ничем сейчас не нагружена. Продаются они в двух расцветках, светлый беж и темный беж. Крышка у этих корзин открывается сбоку, с узкой стороны. Стоят такие корзины по 299 рублей. Подставка под горячий Atu Kitchen из новой коллекции «Стальной стиль». Она поможет защитить ваши кухонные поверхности от горячей посуды, а также лаконичный ее дизайн украсит интерьер вашей кухни. Произведена эта подставка в Китае, состав нержавеющая сталь, стоит 199 рублей. Она имеет размер 26 на 23 на 5 см и отлично сочетается с другими товарами из этой коллекции. Сито с ручкой Atu Kitchen, диаметр 20 см, отлично подойдет для просеивания муки. Состав нержавеющая сталь, производитель Китай, стоимость 149 рублей. За счет треугольного носика, который имеется с противоположной стороны от ручки, это сито удобно крепить на посуде. Оно отлично отсеивает крупные комочки. И если вы будете просеивать через него именно муку, оно будет насыщать ее кислородом. Ситечка из нержавеющей стали и новой коллекции «Стальной стиль» от Fix Price. Стоит такое ситечко 59 рублей, размер у него очень небольшой. С помощью этого ситечка вы легко сможете процедить кофе, чай или другие напитки. Оно легко фиксируется на чашке и подвешивается на крючок для хранения.